Уважаемые друзья, будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке размовляем, и не потому, что у нас палата представителей не та или парламент в целом, а потому, что Беларусь стала, как у народа кажут, косткой у горла кому-то. Уж очень кому-то не имется, потому что, видите ли, без ресурсов, без материальных каких-то больших запасов они как-то живут. И многое-многое другое. И нам надо умно пройти этот сложный период, тем более вы видите турбулентность международных отношений, вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО по поводу 70-летия, видели безглуздицу и выпады некоторых лидеров сильных мира сего. И с ними надо иметь дело. С ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период.